приветствуем всех неравнодушных к футболу телезрителей. О составах поговорим чуть позже, а пока позвольте представить вам моего коллегу, топ-комментатор Георгий Черданцев. Ну и меня вы узнали, я Константин Гений. Санчес. Апарседо Родригес. Санчес. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. А сейчас вперед можно выйти. Есть первый гол у нас. Очень резвое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. Ну как так можно давать играть? Это же просто расстрел какой-то на месте. Да, это потеря концентрации. А чем еще можно объяснить вот такую вальяр? Эрикс. И как пробил. Тащил один удар, но может быть и второй. Азар. Какой удар. Справляется вратарь, но есть возможность добить. Отлично разыграли момент и смогли сравнять счет. Молодцы. И вот оно исполнение, причем исполнение, которое завершается голом. Пробил внутренней стороной стопы, очень тихо. Эриксон. Штрафной подачи и есть там кому сыграть. Пытается защита выбить мяч. Мимо бьет игрок. И посмотри. Ноги. Неудачно. Санчес. Может быть интересно. Это гол. И повели они в счете благодаря этому забитому мячу. Получите гол в раздевалку. Безусловно, это обескураживает. Так что тренеру придется хорошенько съерошить своих ребят в перерыв. Обидно? Конечно, обидно. Но любая расслабленность чревата. Игра возобновляется. Счет уже 2-1. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Удар поворотом. Мимо. Оборона тут сыграла просто здорово. Не дала время прицелиться и нанести точку. На Парседо Родригес. Посмотрим за этой атакой. И как пробил. Какой сейф, а? Ну вот, может быть, опасно. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Неплохо действует игрок. Мяч ото. Какой удар. Гол. Сравняли они счет. Отлично разыграли момент и смогли сравнять счет. Молодцы. Дубль есть. Ну что, вперед за хет-триком. Счет в очередной раз равный. Удастся ли пас до адреса? Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Есть шанс выйти вперед. Ай да голкипер. Ай да молодец. Сыграно. Надо решать. Парседо Родригес. И туда на дальнюю подачу пошли. Прямо над перекладиной мяч проходит. Хороший удар головой, но чуть... Считанные минуты до конца поединка. Ох, какая нас ждет концовка. А сейчас вперед можно выйти. Вот это спасение! Это угловой, который еще иногда называют ужасным английским словом «корнер». Ну что же, фиксирует арбитр по истечении 90 минут игры, если неравенство сил, то...